Ладно, у нас тут пришли дотеры, которые болеют за вот все команды, которые на Star Ladders приехали. У меня, ребят, вот помимо того, как вас зовут, у меня сразу вопрос нарисовался. Это Хук, да? Там написано Хук, понятно. А что вот это вот, кто это? Это Пудж. А почему Пудж? Вот почему Пудж? Это Пуджелвис. А вот к какому игроку команды Квантик он относится? Ну, он не относится к Квантикам, просто нам надо было его куда-то влепить, и мы над Квантиками его нарисовали. Понятно, то есть это такой понт. А вы сами откуда и как вас зовут? Я Павел, мы из Николаева, это Илья, мой брат. А вы по-братски даже нарисовали, да? Как, долго добирались до Киева? Ну, поездом сутки, чуть меньше даже суток. За ночь. Доехали, да. Как вам вообще финалы? Нравится атмосфера, обстановочка? Ну, конечно, нравится. Просто офигительно, эмоционально, переживаем. Понятно. Слушай, а вот у вас много логотипов команды. За кого вы конкретно болеете? Я лично болею за ВП. Альянс. За Альянс болеешь? За шведов, да. Ну, у тебя футболка USA, все понятно с тобой. Это, спасибо большое за плакат, и с тобой тоже все понятно, но ты хоть болеешь за нормальные команды, да? Удачи, ребята.